Везде им похрен на людей. Это везде, это не только тут. Им везде похрен на людей. Это просто жесть. Никому никто не нужен. Они тоже тут в посадке жили. Ни домика, ни ничего. Вот все, как приехали, то тут, блин, они находятся. То там, а сейчас вот тут в посадке. Под чистым небом. С коробочек вот это, блин, с того, что стреляют. Видят себе домик. Ну это вообще. И похрен всем. Это везде потратить на всех. Я говорю, еще больше, мне кажется, еще в Барселоне вот это начальство поиграет. Ну, они вчера приезжали, что ты там я спал, они ничего. Что ты не подошел и не спросил, а что мне, скажем, положено? Мне сигарет у меня нету. Вы ехали, почему вы мне ни воды не привезли? Да хуя, это я получаю, что мне положено. А положены еще на меня сигареты, я это прекрасно знаю. Мне положена хавка всякая, вы ни круп не привезли, ни хрена. Вы это обязаны, это вы получаете, где вы его деваете?